Вечный огонь на Малаховом кургане зажгли 53 года назад в память о воинах, погибших в боях за Родину. Чаша с огнем стояла на крыше нижнего яруса оборонительной башни. Огонь был зажжен командующим Черноморским флотом и Севастопольским оборонительным районом, героем Советского Союза Филиппом Сергеевичем Октябрьским. От вечного огня на Малаховом кургане зажгли вечные огни в Керчи, Новороссийске, Одессе и в Севастополе на Сапун-горе. Но уже в 1984 году огонь был потушен. В 1984 году по решению санитарных служб, вернее, по рекомендации санитарных служб и решением горисполкома с целью сохранения оборонительной башни как памятника архитектуры 19 века, огонь был погашен, зажигался в дни государственных праздников. А спустя еще 5 лет чашу демонтировали. 7 мая 2009 года вечный огонь вновь торжественно открыли. Проект 4-метровой композиции с колонной и вечным огнем наверху разработал архитектор Георгий Григорианс. По его мнению, восстановить огонь на башне было невозможно из-за ветхости сооружения. Уже спустя несколько недель стали видны последствия наспех сделанной работы. С постамента стали отваливаться плиты. Горел новый вечный огонь всего 3 дня, после чего его потушили и больше не зажигали. Надежда Смирнова, Надежда Шувалова, Севинформбюро.